Немножко трэш-контента. Принесли велосипед, опять целиком не показываю. Попал в аварию, к сожалению. Вот так вот у нас выглядят сейчас ручки и руль. То есть полностью все сломало. Сейчас для начала руль поменяю, потом будем уже искать какие-то варианты, потому что найти живую 105-ю и недорого очень сложно. Если вы думаете, что велосипед у вас чистый, то вот такое количество грязи и песка, это только я протер посадочные места. Вот такое количество грязи находится под обмоткой и под резиновыми этими грипсами на ручке. То есть снаружи все очень чисто, красиво, а внутри, к сожалению, очень-очень много всего. Это надо чистить, периодически продувать, потому что все равно это все забивается внутрь и будет портить работу переключателя. Так вот, по рулю и не скажешь, что он аварийный, что он очень сильно пострадал в аварии, что практически геометрия не изменена. То есть он смотрится идеально. Хотя на самом деле вот видно, да, что был очень сильный удар и руль деформирован. На таком кататься, наверное, уже не стоит. Теперь самое интересное. Значит, чтобы на первый велосипед поставить руль, мы возьмем вот этот руль, потому что здесь есть посадочные места под лежак. Этот руль мы сейчас снимем со второго велосипеда и поставим на первый. А на второй велосипед мы поставим вот такой вот вообще интересный эргономичный руль. У него креплений под лежак нету, здесь они не нужны. Первый виток сделан нахлест, и вот мне кажется, можно было это красиво убрать и закрепить на двусторонний скотч к рулю, вместо того, чтобы заматывать это место изолентой. Видно, насколько чистый краешек под изолентой, насколько засаливается сама обмотка со временем. Весь двухсторонний скотч остается на руле. Не знаю, получится ли вообще эту обмотку сохранить и использовать второй раз. И, наверное, руль придется чистить сначала, чтобы все это снять. Итак, чтобы снять ручки с руля, нам нужно протащить рубашки и тросики тормозные, потому что они уходят вглубь рамы через вот это вот отверстие. Скоростные, в принципе, лежат отдельно, их снимать не нужно. Соответственно, я беру тросик, какой-то любой тросик, к нему подвязываю тот тросик, который у нас идет к ручке, и вытаскиваю вместе с ним, чтобы потом мне не искать это отверстие, обратно не протаскивать. То есть я его привязал, протащил, вытащил, и сейчас я вот его сюда вытолкну и сниму ручку. Это будет проще и быстрее, чем если я потом буду отверстие искать по всей длине. Ну что ж, установили руль на эту раму, лежаки. Но мне кажется, что тут что-то немножко не то с геометрией. Что видите, как лежак плотно стоит с этой стороны, и какой огромный зазор здесь, при том, что вот эта штучка по центру отцентрирована. Поставили руль на второй велосипед, соответственно, здесь протянули все рубашки и тросики, потому что здесь они проходят вот так вот внутри рамы. Сейчас попробую это показать. Вот. Это было посложнее, потому что нужно было некоторые рубашки, тросики протягивать внутри. Сейчас клиент приедет, отрегулируем положение руля, потому что нет переднего колеса, и ручки тоже, как он захочет, вправо, влево, там вверх-вниз, подрегулировать под клиента. После этого уже будет обмотка.